Всех приветствую. Сегодня у нас 15 сентября. Я, короче, выбрался в грибы от дома за 30 километров на дальнюю делянку, на молодый лес поехал. Вчера был ближе, километров за 15. Немного насобирал, а здесь я был позавчера. Были молодые грибы уже, свежие прокидались, думаю, за пару дней выросли. Уже 3 часа дня у нас, так что будем собирать. Наш ножик. В этом лесу молодом, тут по мху белому. Обычно грибов много растет. Правда, сейчас и грибников очень много тут ходит. Сейчас зайдем в одно место, там позавчера я нашел черноголовиков, наверное, 8 штук в одном месте, поляна была, глянем там, дожди уже у нас не были где-то 2 недели, около 10 дней вообще, то уже подсохло все вокруг. Мухомор, поганка бледная, еще мухомор, мухомор пошли расти, значит, и грибы будут. Только чтоб сейчас их найти, постараться надо. Сейчас столько грибников, не было ни один год. Несмотря на будни одни, по 10 машин проезжая по лесу, покуда ходишь. Телефон с ключом от машины я в ведре ношу, чтобы не затирать. Это у нас вот просека. По эту просеку туда пойдем.
Ни одного гриба. Все, наверное, уже выбрали. Свежие мухоморы пошли, красивые. Во, мухомор. Первый гриб беленький. Вот еще один беляшок. Так, смотрим вокруг. А вокруг у нас... О, фу, ёлки-палки. Три штуки сразу. Во. И вот это третий. Да, было с собой трапочку их взять. Протирать их сразу. От песка. Хом буду вытирать. На одной поляне 5 штук приблизительно, а тут и находил где-то. Один молодый гриб, а это уже желтенький. Сейчас обследуем подробнее тут
Может, сейчас попадется что? Только что грибник где-то тут прошел рядом. Вот сколько мухомора. О, два красавчика, молоденькие. Уже неплохо. 3, 4, 5, 7 штук нашел. О, думал, подберозовик какие-нибудь. Вон, с такой шляпкой интересной. Белющая шляпка. Ну, хотел возвращаться там, где сразу нашел, гляжу в сторону опять. Грибель. Белячок, красавчик. Не знаю, как там у меня съемка сейчас. Сверху на шапку прикрепил фотоаппарата. Ну, думаю, видно будет. Проверял, вроде бы кадр получается немного так вниз. Думаю, будет видно, как грибы собирают. Плохо, что монтировать нема возможности особо мне. Ну. Еще. За ночь вчерашнее видео не загрузилось. 30 минут. Так. Так что будет видео с опозданием выходить. Ну, покуда что по грибы будем ездить. Раз растут, можно ездить, значит. Его насобирали. Малость. Я с родителями приехал, здесь там ходят, кричат еще. То думаю, втроем насобираем.
ведерко, десятилитровое. Вчера, позавчера я сам почти ведерко взял. Ладно, говорить много не будем, будем искать. Как-то в этой стороне, откуда мы пришли, немного больше росло. Или просто не успели походить все. Никто. А тут проходил, не проходил. Оттудой прошел. Сейчас что-то глянем. Вроде бы глядел. Ладно. Ну, вышел к высоковольтной линии. Это тут на Глушковище везде, границы к Украине. 75 киловатт, киловольт. 75 и 35 киловольт. Это раньше была только на 35, а потом еще одну проложили. Да покуда не видать ничего. Проверял, чтоб съемка не прекратилась, а то отключается часто сам. Так.
Пойду, наверное, назад я. Что-то тут тишина вообще. Солнце в глаза светит. Наверное, надо переезжать в другое место. Подальше. Thank you.
наверное, съемку будем заканчивать, то что грибов тут не видно больше. О, только так сказал, сразу гриб появился. Правда, маленький, но гриб. Да надо на другое место ехать уже. Слышно, где-то машина едет. О! Да мои бачки там еще гамонят так. Раз уже там прошли, так нечего тут глядеть. Ладно, буду заканчивать это видео. На другом месте опять включусь. Всем всего хорошего. До свидания.